Привет всем моим зрителям. Снова креститка в лесу. Снова встречаю рассвет в тихом, спокойном местечке, вдали от всех, от суеты. Приглашаю вас сегодня прогуляться вместе со мной на августовскую лесную прогулку. Середина августа, конечно, время не очень грибное, так как сейчас в нашем регионе очень жарко, осадков нет. И мы пытаемся найти хоть что-то и, так сказать, собираем остатки прошлых грибных слоев. Что сказать, в моей корзинке сегодня пока не богато, не густо. Это вот такие вот цезари, сыроежка, 4 цезаря небольших. Одно прям, смотрите, размер сразу отрезаю. Видели, какой размерчик? Отрезаю от ноги, чтобы корзинка небольшая у меня сегодня, чтобы поместились. И, внимание, этот экземпляр меня покорил. Мне захотелось достать камеру и вам тоже его показать. Посмотрите, какие размеры. Это же просто свежак, который вырос сегодня на утренней росе. Если мы посмотрим поближе, смотрите, какой сильный. Он просто растолкал тут землю, растолкал листву. Ножища толстенная. И мне кажется, тут рядышком или еще яйцо должно быть. Ну да, маленькое, но оно уже не будет расти. Прям мне не хочется вырывать его с корнем, выкручивать. Я хочу просто вырезать у основания и показать вам размеры этого красавца. Птички, красота. А это обалдеть. Смотрите, ребята. Какой же это красавец. Ой, спасибо лесовичку. Сегодня не так много грибочков из-за того, что очень жарко. Но вот то, что попадается единично, ну это, конечно, очень круто. Товарищ жук. Это прям свежий-свежий экземпляр. Смотрите, какая нога. Ну, такой прям увесистый. Грамм 150 точно будет. Пластинчатый, да, грибочек? Это наш мухомор Цезаря. Съедобный даже в сыром виде. По моим последним видео, по трем, наверное, уже можно наблюдать, как я собираю с конца июля. Считай, да, по середину августа слой вот идет. Видите? Это уже последние экземпляры, которые попадаются. Ну что, разделим. Видите, ножка какая здесь? Такая вот нога здесь, мясистая достаточно. Кладем нашего товарища в корзиночку и идем искать дальше. И вот таких вот красавчиков нашла Надя. Ну это просто помидоры сказочные. Размерчики, конечно, класс. И в корзиночке там еще, да, есть? Ну, немножко. Да, императорские сыроежки. Но это же еще не все. Смотрите, какая здесь поляна красивая. Здесь просто такие деликатесы обалденные. Раз, два, три, четыре, пять. Классно. Шесть, семь, восемь. И это не конец. Потому что рядышком, я думаю, тут еще где-то есть. Да, смотрите, девятый испортился, да, он прям вот просто разорвался, лопнул. Это 10, 11, и вот 12 здесь более-менее стоит. Замечательно. Да, вот тебе и конец слоя. Кто бы мог подумать, да, казалось бы, слой сошел, но последующие лезут. Замечательно. Ну вот, несмотря на засуху, продолжают лезть все равно наши сыроежки. Это сыроежка зеленоватая или чешуйчатая. Это можно определить по маленьким чешуйкам. По большей части она, конечно, чистая, но вот этот экземпляр червив. А этот тоже. Поэтому такие мы экземпляры, конечно же, оставим. И вот такая вот, смотрите, полянка. Обратите внимание. Здесь два красавца. Это два. Здесь третий, вот получается два, три, прям помидорчик, ну шикарный. И чуть дальше малыш, тоже полянка из четырех штук,
замечательная. Еще пару цезарей, смотрите, они даже упали от своей тяжести. Вот так вот. Ура, поздравьте меня. На безгрибье вот такое счастье. Ну вот сейчас мы их и проверим. Это уже прям отвалилось. Свежак. Ах, пахнет балдежно. Что ни на есть самый царский запашок. Белое нам не нужно, поэтому белое мы оставим здесь в лесу. Так. Ой, красота и свежак. Ножку заберем с собой. И еще одно вот такое мы нашли. Красавец какой. Замечательный. За храмности будет лежать. Да. Пускай лежит. Замечательно, хорошо. Сейчас где-то еще найдем. Еще один цезарь. Помимо сыроежек, еще один цезарский товарищ. Немножко побитый, но так вроде чистенько. Подсыхают товарищи уже. Жарко им, но лезут, видите, несмотря ни на что. Такой все равно жаростойкий грибок. Пошла в такую поросль, в траву. Солнце отбликивает, и смотрите, каких красавчиков я здесь обнаружила. Свежие, симпатичные два яичных грибочка. Ну хороши же, товарищи, согласитесь со мной, что они просто великолепны. Первые. И второе. Просто модели. Чудо. А вот и молодой мне попался. Ой, такой прям жалко уже и срывать. Но я знаю, что оно к обеду же ведь распустится уже. Красавец Цезарь. Ой, сразу аромат пошел. Нет, ну вы только посмотрите на этих красавчиков. Просто как красные помидоры торчат из кустов колючек. И здесь получается ежевика, листья дубка, дубочек здесь молодой. Вот тебе. Называется жаркий засушливый август. Все грибы утром рано, видите, ребята, они есть. Они просто потом исчезают, прячутся в тенечек. Вот так вот. Так, ну приступим к срезанию красавчиков. Ой, какие они свежие, ребята. Смотрите просто размеры. Вот одно. Прям вот достану размеры, покажу вам. Здесь тоже хороший размер прям. Ежевики колятся сильно. Ну, оно того стоит, посмотрите. Вот так вот. Три братика. Красавцы. Поверите, какая полянка. Вот там вот за моей корзинкой один большой. Здесь дальше плохо видно на солнышке. Второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. И восьмой. Представляете, какая красота. Такая вот полянка. Немножко, конечно, они уже староватенькие. Но все равно находка приятная. Такая достаточно замечательная. Я очень рада, что цезари нам еще встретились. Сейчас мы их срежем. Ох, сколько тут ушли. Я их положу красиво.
Такая вот красивая, прелестная у меня получилась корзинка сегодня. С цезарями, представляете? Здесь только цезари. Какая прелесть. Все, надо уже идти перекладывать, иначе они рассыпятся. Здесь мы режем лисички. Прошли несколько таких вот глубоких оврагов, несколько теньков прям хороших. Что-то думаю, нет грибов, нет. А потом начали присматриваться травку. А грибочки-то есть и хорошие, смотрите. А тут лисички валом. Они уже сколько нарезали. И она маленькая такая, хорошенькая. В общем, сейчас садимся, режем. А потом по итогу я вам все покажу. Ну вот у нас, считай, с одной полянки почти половинка такого ведерка. Ну, тоже приятно. Да, лес в нашем регионе — это не всегда ровно и красиво. Это всегда овраги, буреломы, заросли крапивы. Жуткий-жуткий тяжелый маршрут, который вознаграждается, конечно же, грибами. Сегодня наша прогулка опять-таки состоялась. Мы сегодня с хорошим уловом. У нас сегодня попадались абабки чернеющие, сыроежки зеленоватые, чешуйчатые. Попадались нам яичные грибы массово. А это самое главное. Ну, а как бонус, мы забрели за лисичками. Теперь приходится выбираться. Надеюсь, видео вам понравилось. Будем с вами прощаться. Всем пока.